Всем приветики, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня повзрываем вот такие жестяные банки с-под фанты. Я видел предыдущие ролики, многим зашли, как я взрывал банки различные. Получилось очень интересно, поэтому давайте в этих сериях тоже повзрываем такие баночки. Так, можно пока их в сторону убрать, чтобы они нам не мешали. Смотрите, ребят, на сегодня взял разные пиротехники на любой вкус, чтобы побаловаться и было интересно. Во. Что ж, давайте с чего-то начнем, например, с вот таких вот розочек. Посмотрим. В принципе, можно вывернуть этот кулек, чтобы не бегать за петардами долго. Смотрите, сколько. И тут еще большие мощные есть. Так, давайте. Буду ставить. Вы будете смотреть. Правда, банка здесь может падать, не знаю. Пенечка никакого не нашел, ну давайте. Вот, погнали. Не затухло. Давайте еще одну. Вот эта банка четко прогорела. Класс. Давайте ее бабахнем чем-то. Вот такой К-1000 есть. Разнесло банку. Так, берем дальше. Давайте вот такую синюю бахнем вот такими корсарами. 4 синими. Сделали вот такую петарду из банки. Ого, одним взрывом сразу несколько банок повредили. Четко. Так, предлагаю закинуть следующую ракету вот такую в банку. Главное, чтобы ракета упала на эту сторону, если вдруг полетит. Блин. Попробуем, короче, взорвать, если получится. Что-то я фитиль выдернул. Смотрите, что осталось в банке. Так. Есть смысл дымоушки забрасывать или нет? Ну, давайте попробуем. Так, дымоушки состоят из вот такого. Не знаю, будут они дымить там или нет. Давайте первые проверим. Если что, забросим еще одну. Так, давайте желтую. Также. Практически не видно. Так, давайте туда 3 свистульки туда. Закинем и посмотрим.
Так. Расколошматила банку. Но ее еще можно взорвать, поэтому берем дальше. Жука возьмем. С этой стороны его засунем, чтобы он закрепился. Пока его в сторону. Давайте дальше развлекаться. Давайте засунем эту штуку в желтую банку. Это у нас 2-метровая анка-пулеметчица, такая трещащая лента. Смотрите. Я уже когда-то запихал, банка просто сгорела жестко. Поэтому сегодня тоже хотел бы такое протестить. Вот, давайте прям туда набьем вот так целую банку. Пишите, чтобы еще такого повзрывать интересного, что вы хотите на моем канале увидеть. Вот. Предлагайте варианты, идеи, какие петарды чаще брать. Салютики, может, различные. Потому что раньше я взрывал только петарды, потому писали, бери какие-то пиротехнические штуки. Вот, вот типа вот таких, таких лент. Вот, чтобы видосы получались интересные. Теперь беру. Блин, долго. Ничего, сейчас будет просто такое огниво. Банка просто, думаю, сгорит. Вот это напихнул. Будет такая петарда из банки. Так. Есть, вот это фаер-шоу сейчас будет. Так, может быть, ее куда-то подальше поставить. Это знак. Давайте хотя бы здесь. Вот. Посмотрим. Вот это да. Месиво. Банка просто выгорела. Давайте что-то еще в нее закинем такого. Разнесло банк. Так, давайте дальше взрывать. Вот такие три петарды. Так, красную сюда, синие сюда и P23 в какую-то из этих вот.
принципе, думаю, можно будет так бросать. Давайте вот эту. Такие будут большие петарды. Класс. Смотрите, какой кусок отлетел. Так, еще одна. Просто лютые взрывы. Так, смотрите, еще более мощные есть вот такое. Две петарды напоследок. Так. К-44 вообще просто бомба. И К-05. Давайте начнем с К-05. Просто кайф. Так, эту мы поставим здесь. Посмотреть взрыв. Разорвал. Давайте еще бахнем одну. Вот такую. Так, жук у нас не взорвался, поэтому мы берем П-2000. Клево. Что ж, ребят, давайте напоследок вам забахаю вот такую большую петарду. Как бы ее тут заложить? Вот так вот. Или давайте вот так, стоя. Посмотрим, рванет она или нет. Оказывается, нет. Что же, ребят, надеюсь, вам такой ролик понравился со взрывами вот таких банок. Если хотите еще, принесу еще каких-то других. Поздравляю, еще классные петарды принесу. Будут интересные ролики. Поэтому, ребят, подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение следующих видосов. Если захотите еще таких видео, пишите. Чем больше вы пишете комментарии, тем больше я вижу, что вам нравятся такие ролики. И стараюсь их записывать и со временем выпускать. Поэтому, ребят, подпишитесь, чтобы не пропустить. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего ролика. Как вам такие взрывы? Как бы усовершенствовать еще взрывы интересные. Поэтому давайте, ребят, напишите, что думаете по поводу вот этой большой петарды, которая не взорвалась. Вот. Вот так, давайте взрываем вместо нее вот такую. Хотя бы будет взрыв. Вот. Большие петарды не всегда хорошо, поэтому, ребят, маленьких супермощных петард хватает. Новые ролики буду снимать для вас. Пишите, подписывайтесь. Подписывайтесь также на второй канал. На него ссылка будет здесь, также внизу в описании. На него выходят не менее крутые видосы со взрывами разной пиротехники и разные эксперименты. Поэтому подпишитесь. Посмотрите также здесь 4 ролика. Они тоже классные, может быть, вы еще не видели. Всем спасибо за просмотр, ребят. Пока-пока. До новых встреч.